1 сентября в этом году наверняка запомнится жителям северной части города больше остальных. В День знаний там открыли школу инновационной направленности. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 мест, укомплектовано по последнему слову образовательных стандартов. Сентября в этой школе особый двойной праздник, ведь сегодня здесь отмечают не только День знаний, но и день ее открытия. В Российской Федерации тысячи школ. И вот в этой большой реке образования сформирована новая 28-я школа. Мы сегодня с вами формируем историю школы. Сегодня мы закладываем традиции школы. На торжественной линейке родители, родственники, друзья будущих учеников. И, конечно, главные на этом празднике – сами дети. Для гостей мероприятия подготовили праздничный концерт. Сегодня школа открывает вам свои двери. Вступит 800 учеников. Из них 180 первоклашек сядут за парты. Школа оснащена новейшим оборудованием. Исследуйте, познавайте. Когда-то мы гордились, когда в школе был один компьютер, а в этой школе, Светлана Анатольевна, у вас их больше 250, дорогие учителя. У нас с вами трудная, но самая счастливая профессия. Овладевайте знаниями, идите вперед. Да, именно вы, учителя. Чем больше будете знать вы, чем больше вы будете стремиться к совершенству, тем будут умнее и профессиональнее наши дети. На этом ярком празднике произошел, пожалуй, один из главных эпизодов пока еще молодой истории 28-й школы. Прозвенел первый звонок. Школа по материальной базе – одна из лучших в Московской области. За свои слова отвечаю. Вы со мной согласны? Это правда. А у нас, у тех, кто строил эту школу, кто развивает район, еще один праздник – это сдача объекта. Поэтому, наверное, говоря кратко, хотелось поздравить всех детишек, которые сегодня пойдут в первый класс, всех родителей, которые их проводили, педагогов, которые войдут в эту школу. Школа действительно впечатляет. Здесь 44 новеньких класса с интерактивными досками, кабинеты практики по физике, биологии и химии с опытно-исследовательским оборудованием, спортивные и актовые залы, просторные коридоры и холлы, удобная пищевая зона. По словам директора школы, в основном здесь будут учиться дети из близлежащих домов. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.